Кызылларде в скором времени все крупные больницы оснастят новейшим медицинским оборудованием. Такая возможность появилась благодаря разработанной в регионе дорожной карте по профилактике инсульта, онкологических заболеваний и осложнений во время беременности. На реализацию проекта из областного бюджета выделили 1 700 000 000 тенге. Только за последние несколько лет приобрели 150 медицинских аппаратов. Медтехникой последнего поколения обеспечены областная детская больница и перинатальный центр. За счет телемедицины специалисты могут консультировать регионы области при проведении сложных операций. Теперь у нас есть возможность за счет этого передового оборудования наблюдать за проведением операций разной сложности. К примеру, вот эта интеграционная телекоммуникационная операционная система позволит нам увидеть, как наши хирурги проводят лапароскопическую операцию.